Власти Армении действуют по сенсационному плану. Согласно информации, полученной из некоторых авторитетных источников, в ближайшее время Никол Пашинян направит в Кремль ноту о выводе российской военной базы в Гюмри из Армении. А то, что произойдет после этого, действительно будет иметь шоковый эффект. Как передает Ахар Ас, об этом в эфире передачи «Обзор» заявил армянский политолог Гарник Давтян. Главная задача, стоящая сейчас перед Николом Пашиняном – вывод из Армении российской военной базы, которая базируется в Гюмри. После этого в Армению будет приглашена военная база сил НАТО. А НАТО поручит эту работу Турции. Анкара разместит военную базу в самом Гюмри. Отметил армянский политолог Гарник Давтян. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.